Чиркина.
Наибольшей славой в музыкальном мире пользовалась глава рода Мария Васильевна Шиловская. Среди композиторов, которые считали ее своим другом, были Дорогомышский, братья Рубинштейны, Чайковский, Мусоргский. А со временем инициатором музыкальных и театральных затей становится ее старший сын Константин Степанович Шиловский, который вошел в историю, в официальную историю, как соавтор либретто Евгения Онегина и большой приятель Чайковского. А вот его сын и дочь стали подлинными продолжателями традиций этого дворянского рода. Так сын Александр Константинович получил военное образование, и его романсы стали выходить в начале 20 века. Но все же, благодаря своей профессии, он занимался музыкой от случая к случаю. Но, тем не менее, он написал прекрасные, до сих пор известные романсы «Мне грустно», «Я люблю тебя, как солнце». И известность ему принес редкий по красоте романс «Ночные цветы». Романсы уже стали делом всей жизни. Но это была уже не Татьяна Шиловская, а Татьяна Толстая. И ее романсы наверняка многим известны. Это и «Мираж», «Я тебе ничего не скажу». Но и Татьяной Толстой она тоже не сразу стала. Некоторые ее же романсы выходят под фамилией Котляревская. Это фамилия ее первого супруга. Но семейная жизнь у них не сложилась, и свою настоящую любовь она встретила довольно поздно. Это был граф Николай Толстой. И титул графини не позволял Татьяне Толстой вести концертную деятельность, как Анастасия Вяльцева или Надежда Привицкая. Но ее романсы,
как и романсы всего наследия семьи Шиловских, вот уже более 100 лет звучат в России, составляя драгоценную страницу отечественной культуры. Татьяна Толстая, «Мираж». Thank you.
пронесся лирические песни. Всякий раз перед слушателями возникает образ любящей и страдающей, нежной и прекрасной женщины. Образ близкий и дорогой каждому человеку. Так сила воздействия Надежды Плевицкой заключалась в ее глубоком, артистическом, искреннем переживании, которое пронизывало все ее исполнение. Особенно это характерно было для романса «Чайка» из ее репертуара. Евгений Журавский, «Чайка». Девушка чудная, чайкой прелестной.
музыки, мелодии Бориса Фомина. У нас уже сегодня прозвучал «Твои глаза зеленые». Борис Фомин создал прекрасные романсы «Только раз бывает в жизни встреча», «Дорога длинная», «Вдруг гитара». Ну, всего несколько слов о его судьбе, потому что ее тоже не назовешь очень счастливой. Ровесник века, он родился в 1900 году и испытал все, что выпало на долю людей его поколения. Любовь, дружба, успех, разочарование, пребывание в бутырке в 1937 году. Музыкой он заниматься начал с 5 лет. С 12 он уже брал уроки у Анны Николаевны Есиповой, у которой занимался Прокофьев. Но помешала ему революция и гражданская война завершить образование, он ушел добровольцем. В годы войны он, конечно, тоже был на фронте. К тому же он создал агит-театр «Ястребок», в котором участвовали все известные певицы, в том числе Изабелла Юрьева. Она любила песню исполнять, особенно его песню «Саша». И официальное признание к нему пришло лишь, до чего обидно, в год его смерти. И то в 1947 году, и то благодаря Тихону Хлебникову. Он был, наконец, принят в Союз композиторов. Но вот этот заговор молчания вокруг его имени продолжался. И только в период оттепели его песни вновь ожили, вновь расцвели. Такой вот дорогой длинною шел к нам классик русской эстрады. Но время показало, что романсы Бориса Фомина не растворились в своей нравной моде, а напротив продолжают нас радовать своим ароматом, своей жизненностью. Вот сейчас прозвучит романс Фомина «Осколки» в исполнении лауреата международного конкурса Дарьи Пузановой. Thank you.
Аметистовый.
кто-то смотрит на балкон, и звуки затухающие вон. Нарушен равновесие закон. Мы в этом вальсе тонем. Начальнику Санкт-Петербурга. Но самое большое удовольствие он находил в сочинении музыки. Он написал уже более 100 романсов. Их даже называют жемчужинами. Вот и сегодня с утра он сочинил одну мелодию. И сейчас он укрепился в том, что она ему дорога. Он сидел, прикрыв глаза, и увидел ее лицо, тонкое, бледное. Он видел, как она выступает, поет, протягивает руку в зал, и кажется, что ее рука обращается к каждому, кто ее слушает. Ее голос необыкновенной красоты, такой волнующий, такой пленительный. Он открыл глаза, посмотрел в окно, за окнами тихо падал снег. Он взял хорошо очиненное перо и обмакнул его в тушь и сделал надпись на нотных листах: Николай Владимирович Зубов. Не уходи, побудь со мною. И единственное посвящение с нежностью и, как всегда, Анастасии Дмитриевне Вяльцевой. Когда он увидел ее в первый раз в 1899 году, с этого мгновения все творчество, все мысли, все романсы, его глубокое верное чувство любви было обращено к Анастасии Дмитриевне. Но чувство его было, к сожалению, безответным. И последний романс, который написал Николай Зубов в 1905 году, называется «Я хотел бы тебя забыть». Это как раз, помните, тот год, когда Анастасия Дмитриевна уехала ухаживать за своим женихом, возлюбленным Василием Бескупским. И вот с этого времени Николай Зубов перестает писать романсы, и предположительно, что либо он угас как композитор, либо он скончался. В нашей программе прозвучит романс Николая Зубова «Ночные тени» в исполнении Дарьи Пузановой. Thank you.
Музыкальный вечер в Венеции в Дмитриевой странице. Вера Чиркина. Участники музыкального вечера. Дарья Кузанова. Вера Курчева. Олег Киселев.